С вами Алена Полынь, и, как я вам обещала, рассказываю о том, как работать с календарем магически. То есть это, в принципе, уже работа со временем, с одной из самых сильнейших стихий в пространстве, да? Значит, берете календарь. Календарь должен быть вот такими часами, где нет стрелки. То есть нет фиксации на каком-то времени, если нет стрелки. Здесь основным является эгрегор империи сильнейших ведьм. То есть если вы с ним дружественны, ничего плохого ему не делали, вы можете обратиться. Теперь дальше. Вы берете рукой и открываете пространство. Либо это можно сделать за счет песочных часов, перевернув их, либо за счет маятника. Либо рукой открываете пространство. Открыли пространство. После этого вы берете каждый месяц и наговариваете, держа пальчик на определенном месяце, что вам нужно, чтобы произошло в этом месяце. Так вам нужно пройти по всем месяцам и подвести итоги года. Это на следующий год, 2018 год. Значит, после этого вам нужно еще раз раскрутить пространство и хлопнуть в ладоши над часами. То же самое вы будете делать на настенном календаре, который тоже есть сейчас у империи, будет теперь каждый год. Здесь прописаны все даты, важные силовые даты, которые вы можете использовать. Это уже традиции империи сильнейших ведьм. Используйте даты, и входя в определенные традиции, вы получаете помощь и защиту от сильнейшего эгрегора, одного из самых сильных сейчас. Значит, соответственно, вот такие календарики вы можете распечатать на сайте. Есть там, как распечатать, можете получить безоплатно в центре, либо вы их получаете с заказом из империи сильнейших ведьм. Вот такие календари, здесь прописаны все даты. Отдельно объяснение, как работать с этими датами, каждый отдельно взятый, я буду еще снимать видео, и вы это, конечно же, увидите. До встречи!